На родине святой праведной Иулиании Лазаревской сегодня большой праздник. Жительницу села, прославившуюся своей необычайной милостью, здесь помнят и чтут. Праздничное богослужение в честь Дня памяти Иулиании в храме Архангела Михаила возглавил епископ Муромский, викарий Владимирской епархии Нил. Именно в этом храме до 1930 года хранились мощи святой. Затем здесь находился сельский клуб, и только в начале 2000-х церковь была возвращена верующим. Сами же чудотворные мощи святой Иулиании уже долгое время хранятся в Николо-набережном храме Мурома, являясь его главной святыней. Накануне праздника рака была открыта. Сегодня поток верующих, спешащих приложиться непосредственно к савану святой, не прекращается. Хочу поставить ей цветы, помолиться ей, попросить у нее прощения, чтобы молилась она за нас, за всех, за детей особенно, за внуков. Несколько раз я обращалась, когда дети болели у меня, внуки болели. Ну и в нашей семейной жизни были разлады, и я тоже обращалась к Елене Лазаревской. Я считаю, что она очень даже помогает. Жизнь праведной Иулиании совпала с временем трехлетнего голода на Руси. Все лето шли дожди, а в августе наступили зимние холода. Хлеб подорожал в 7 раз. Были описаны случаи каннибализма. Нищета и запустение царили в доме Иулиании, но в этот период она не переставала помогать людям. Пекла хлеб, приготовленный из лебеды и содранной коры деревьев. Даже после смерти Иулиания ни на минуту не переставала делать добро людям, которых безумно любила при жизни. Книга чудес Иулиании Лазаревской в Николо-набережном храме постоянно пополняется – а слава о Муромской святой разнеслась повсеместно. Я приехала с города Арзамаса специально на этот праздник. Мы вчера были на вечерней службе здесь, присутствовали, стояли на акафисте. Нам здесь очень понравилось. А потом, мало того, мою внучку зовут Ульяна. Мы, когда родилась моя внучка, мы же посмотрели в святцах и сразу определились, где наша святая. Определились именно к этой святой, понимаете? Это наш небесный покровитель, и поэтому я сюда езжу с удовольствием. При жизни праведная Иулиания снискала любовь тысячи людей, а после смерти почитателей ее духовной красоты стало, несомненно, больше. Эта святая прославляет наш город во всем мире. Храм Иулиании Лазаревской есть даже в Соединенных Штатах Америки. Ольга Келешина, Александр Барсуков, Муромский меридиан.